За некачественный ремонт дорог за решетку. Украинцам так надоело, что из года в год асфальт сходит вместе со снегом, что они обратились к президенту с просьбой ввести уголовную ответственность. Под петицией этой необходимо собрать 25 тысяч подписей. Должны ли нести такую ответственность руководители соответствующих ведомств? Тем более, что их работу назвать продуктивной довольно сложно. Возможно, из-за нехватки опыта, поскольку, например, уже более полугода на должности Укрдоринвест трудится 28-летняя Елена Криворучко. Возглавляемое ею ведомство отвечает за строительство новых дорог за счет международных кредиторов. Если раньше на высокие посты модно было назначать выходцев, например, из Грузии, то теперь молодых девушек, вот, например, глава МВД Арсен Аваков взял себе в замы Анастасию Дееву. Ей сегодня только исполнилось 25 лет. У министра энергетики Насалика появилась 27-летняя зам Наталья Бойко, а главным люстратором страны глава Минюста Петренко назначил 23-летнюю Анну Калинюк. Вот такая вот тенденция. У меня сложилось впечатление, что не только девушки симпатичные, но и мужчины молодые. Они сегодня во многом играют такую роль ассистента возле фокусников, понимаете? То есть пока фокусник показывает фокусы народу Украины и рассказывает, вот-вот скоро мы там будем в Европе, вот-вот скоро у нас произойдет реформа энергорынка, там, полиции или там прозора какая-то. А в это время происходят какие-то совсем другие вещи. Все-таки надо понимать, что это еще и должны быть авторитетные специалисты.